друзья! И в этом видео мы поедем всей семьей в аквапарк. Поехали! Поехали! Ну и вот мы приехали, друзья, в наш этот аквапарк. Посмотрите на его размеры. Он достаточно большой в ширину, ну и, конечно же, друзья, и в высоту. Вот так вот. Есть вот такая горка у нас первым видом видится. Мы проходим через парковку у нас машин, обычная парковка. И сейчас мы посмотрим, что же у нас будет встречать в аквапарке. Заходим в вот такую дверь. Уже сразу видится, что тепло у нас, друзья, чувствуется. Сняли куртки, вот. И посмотрите на это. Здесь много разных красивых растений, которые растут у нас. Некоторые под ультрафиолетом, а некоторые без него. Как видите у нас на видео. Также вот такой островок. И возле островка плавают здесь вокруг рыбки. Вот такие. И посмотрите, какие они красивые у нас, друзья, разные. И, наверное, они золотые рыбки. Также мы начинаем подниматься на третий этаж, да. Аквапарк на третьем этаже. Вот такие здесь красивые люстры у нас. Очень круто. Посмотрите, какие они синие. Такие очень красиво выглядят. Вот так вот. Также мы идем на кассу, от которой нам выдадут вот такие браслеты. Браслеты регулируются у нас, друзья, на размер руки. Вот так вот. Так что подбираем себе размер, пикаем и проходим. И также выходим. Также, друзья, у нас пол с подогревом. Очень теплый, вот так вот, чтобы не было холодно. Вот. И мы вошли в наш крутой аквапарк. Посмотрите на него. Здесь есть вот такая прозрачная вода. Есть вот такой красивый кран. Ракен, и ты идешь дальше и смотришь, сколько же здесь много красивых бассейнов. Думаю, друзья, это очень круто. И за это можно влепить уже лайк. Есть вот такие красивые декоративные пальмы. Вот столько лежаков. Конечно, не знаю зачем, ведь на них нету солнца, не светит. Ну ладно, там зато тепло. Может просто полежать вот так вот. Большие бассейны. Кстати, друзья, половина одного аквапарка закрыта, потому что она летняя. А когда лето, открываются две половины. Потому мы вам показали одну половину этого аквапарка. Вот так вот. И вот такой логотип этого аквапарка. Вот здесь мы видим вот такое красивое джакузи в виде у нас, друзья, вулкана. Достаточно, думаю, прикольная задумка. Ее можно оценить лайком. Также вот такие еще одни какие-то домики, палаточки у нас, друзья. Интересно, что там можно делать. Ну и вот мы стали ближе к этому вулкану. Также в нем есть такие дырочки, но они пустые. И посмотрите на эту речку. Как она, видите, тоже простягивается на весь аквапарк. Ну, достаточно круто. Также мы идем, и что мы видим? Вот такую штуку. Это уже аттракцион и много-много пальм, которые, ну, в принципе, красивые, как кастом или декорация этого у нас аквапарка. Также есть вот такие круги. Они для безопасности и просто плавать. Вот так вот. Даже не просто для безопасности, а плавать. Ну, как-то так, друзья. Ну, а также, что у нас еще есть дальше? Есть спасатели обязательно. Вот. И есть вот такая горка. Как вы видите у нас на видео, вот такая она большая, вот такая горка, и вот на каком заднем плане у нас замок типа декорация, и вот такая стенка из растений, ну конечно же не из настоящих, вот так вот. И мы пройдемся дальше, посмотрим, что же есть еще в этом аквапарке на этой половине. Мы видим вот такую детскую, в общем, друзья, у нас зону, как видите вот здесь. Здесь плавают дети, тут глубина маленькая, в общем, вот. И посмотрите, как здесь все оформлено. Здесь какой-то ресторанчик даже сделали маленький, чтобы было поесть. Ну и, в общем, вот такой здесь красота. Ну, в принципе, неплохо, скажите. Даже есть какой-то кораблик под декорацию. Вот так вот. Пробуем водичку. Водичка оказалась очень теплая, и купаться просто кайф. Так что, друзья, если что, будете знать. И мы пришли в это. У нас, друзья, загадочное озеро. Ну ладно, не озеро, а бассейн для наших акул. Как видите, здесь какие есть акулы. Самая большая акула — это 1 метр 70 сантиметров. Ну, достаточно большая акула, скажите. И, кстати, эти акулы у нас дружелюбные, потому они дружат с этими рыбками, как видите на экране. Они друг с другом дружат. Ну и, конечно же, плавают, как видите на видео. Красивые акулы, правда же? Можно и влепить лайк за них. Вот так вот. Ну, из-за этих красивых рыбок, которые плавают стаями. Также здесь под таким ультрафиолетом растут у нас растения, их очень много. Фикусы и разные, много разновидностей у нас растений. Посмотрите, как эта горка сделана, достаточно волнисто. Также есть вот такая, друзья, у нас бассейн, который растянутый у нас по всему, вот. И мы идем дальше. Здесь есть такая зима, как видите на улице, ладненько. И сейчас я вам покажу, как с этой горки спускаются люди. Смотрите, тут даже можно немножко подлетать вверх, потому что эта горка
сделано аж вот так вот волнисто. Вот, ну, в принципе, здесь все безопасно, и ты впрыгаешь в этот большой бассейн. Вот так вот. Также есть вот такое джакузи в виде у нас, друзья, какого-то крана, в общем, вот, прикольно. И вот такие декорации вокруг кракена и так далее. Также у нас есть мини-зоопарк, но там есть только попугаи, но это открыто, как вы знаете, у нас, друзья, летом, потому сейчас зима. И посмотрите на это. Мы видим снег, и на улице минус 5, например, и сейчас у нас тепло, и плюс где-то 26. В общем, просто очень круто, как ты смотришь на снег, а у тебя тепло. За этим окошком, вот так вот. Ну а мы пришли вот такую прикольную штуку, и посмотрите, сколько же здесь надувных приколов, очень много. Также есть вот такие кресла для 4D, не, 9D, в общем, игра вот такая у нас есть. И также мы пришли к этим рыбкам, и посмотрите, сколько же их здесь стало. Ну, конечно же, скажу вам, это еще не все рыбки, потому что половина еще плавает на другой стороне. Вот такие у нас и дела, друзья. Так что тут там рыбкам очень круто. Также все такая черепаха, которую мы не увидели первый раз, но увидели сейчас. Она, наверное, выползла с какой-то норки, или мы ее просто спутали с камушком. Вот так вот. Ну, кстати, очень круто. Вот такие у нас и дела, друзья. Ну, а нам уже стоит прощаться, ведь видео подходит к концу. Всем пока-пока, а вы переходите на эти новые крутые видео. Вот так вот. Вот мы показали вам крутой аквапарк. Всем пока!